Или с Гэджи, или с ЖСП. Я твой большой поклонник и люблю смотреть, как ты дерешься. Ну и 105, ты стилистически один из самых легких боев для Орла. Написал Али Абдель-Азиз. Президент UFC Дана Уайт вежливо приглашает Мейвезера к себе в организацию, а точнее хочет провести бой Хабиба с Флойдом по правилам смешанных единоборств UFC. Его слова, цитата: «Послушайте, если Мейвезер хочет драться с Хабибом, то пусть подписывается в UFC и дерется здесь. Мы больше не собираемся проводить с ним поединки по боксу. Однажды мы это уже проходили, этого достаточно. Флойд хочет драться, тогда пусть приходит к нам, мы организуем ему настоящий бой», — заявил Дана Уайт. Напомню, друзья, что против американца уже выходил боец UFC, это был Конор Макгрегор, и тогда победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал Флойд Мейвезер. Если Брок Леснер планирует присутствовать на поединке, а он, кстати, это уже пообещал в нескольких интервью, то ему лучше не приближаться к октагону. Напомню, друзья, что ранее Льюис заявил о том, что в случае своей победы залезет на сетку и повторит полет орла в стиле Хабиба Нурмагомедова. А только что и Даниэль Кармье подключился и рассказал, что если Леснер появится, то он наградит его пощечиной. Оказывается, у DC остался должок к Леснеру, который он готов вернуть. Его слова, цитата: «Я слышал, Брок Леснер будет в Гардене на UFC 230. Если он попытается вновь зайти в клетку, я отвешу ему пощечину. Я задолжал ему одну в прошлый раз». Эти слова Кармье сказал в эфире радио-шоу Busted Open. К слову, турнир UFC 230 Кармье против Льюиса состоится уже через несколько дней, а именно 3 ноября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Рамзан Кадыров подтвердил, что город Грозный готов принять у себя бой по боксу между Флойдом Мейвезером и Хабибом Нурмагомедовым. А давайте послушаем слова Рамзана Кадырова. «Мы имеем богатый опыт организации спортивных, политических, культурных событий мирового уровня. Если Хабиб и Флойд договорятся о бое, мы с большим удовольствием предоставим им такую возможность в Грозном. Мы организуем его на высшем уровне. Конечно, я буду за Хабиба болеть. Он наш боец. Мусульманин, россиянин, кавказец. В то же время я большой поклонник таланта Мейвезера, я очень его уважаю», — рассказал Рамзан Кадыров. В то же время Тимофей Кургин, это основатель проекта The Money Team Russia и друг Флойда Мейвезера, подтвердил, что боксер действительно заинтересован в проведении боя с Хабибом. Его слова: «Если поединок не сможет состояться в Вегасе, то в России есть один регион, близкий к родине Хабиба, и глава этого региона способен решить любые проблемы», — рассказал Кургин. Пока это все, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокол, чтобы смотреть выпуски первыми, а также заходите ко мне в Инстаграм, там новости обновляются каждый час, ссылка будет в описании. А мы с вами встретимся уже совсем скоро. Пока!